Как с пользой избавиться от бытовых отходов и попрощаться с одиночеством, а также об инновационном роботе-хирурге. Вы узнаете из сегодняшнего выпуска. Здравствуйте! На повестке дня очень серьезная тема. Как использовать бытовые отходы с пользой? Стартап из Израиля предложил решить эту проблему вот каким образом. Отныне из бытовых отходов можно вырабатывать природный газ, который уже впоследствии можно использовать для обогрева вашего дома. Разработчики создали домашний портативный биогазовый блок, который может производить от 4 до 8 литров газа в сутки. Этого вполне достаточно для работы кухонной плиты на протяжении 2-4 часов. Изобретение получило название Home Biogas, и внешне оно почти не отличается от обычного мусорного бака. Но при этом оно гораздо полезнее, особенно в тех районах, где постоянные проблемы с доступом к возобновляемым источникам энергии. Да вообще и нам бы пригодилась, какая экономия! Социальные сети давно уже укоренились в нашем ежедневном расписании. Однако помните, как только они появились, именно там мы знакомились, дружили, общались. Теперь же пользователи соцсетей начали вести более закрытый образ виртуальной жизни. Мы начали объединяться в закрытые группы друзей. Теперь жизнь одноклассников больше напоминает дискотеку «Кому за», а Инстаграм переполнен рекламой. Поэтому и появился сервис My Friends, главной целью которого является именно дружеское общение с новыми людьми. Конечно, приложение далеко не революционное, и функционал мало чем отличается от привычного нам ВКонтакте. Но разработчикам My Friends удалось объединить воедино именно те функции, которые делают его достаточно эксклюзивным. Там вы сможете найти других пользователей, которые, например, скучают и хотят пойти на прогулку в парке рядом с вами. Этот раздел называется «Желания». Такой прямой подход быстро из виртуальной жизни перейдет в реальную. Так что можно сказать отныне «Прощай одиночеству». У вас всегда найдется компания для похода, например, в кино. Сервис доступен на одноименном сайте myfriends.com. Также приложение можно установить на свой смартфон. My Friends – приложение бесплатное, но можно отыскать и платные функции, например, подарки. Роботы-помощники окружают нас со всех сторон. Они уже и официантов заменили, и уборщиков, и даже пожарных. Однако теперь в эту железную компанию можно добавить и робота-хирурга. Более того, мне кажется, он даже может возглавить все это восстание машин. Но несмотря на его угрожающий внешний вид, в железного хирурга встроены разные скальпели и лазер. Такой робот может провести сложную хирургическую операцию вообще без каких-либо разрезов на теле. Управление роботом больше напоминает игру с помощью обыкновенного геймпада. Также робот способен достать из организма удаленные ткани, жидкость, а также брать различные пробы для анализа. Ну и проникает робот в организм через рот пациента, находящегося под наркозом. Как утверждают разработчики, прототип The Flex Robotic System был разработан еще в далеком 2004-м. Однако они столкнулись с многими проблемами. Но сейчас светлые головы уверены, что их изобретение позволит хорошо сэкономить на медицинских препаратах для наркоза, существенно уменьшит время операций, а самое главное – сократит реабилитационный период и улучшит исход операции и качество жизни пациентов. Это были все новости высоких технологий на сегодня. Однако наша команда продолжает держать вас в курсе всех новинок. До скорой встречи!